очень приятно видеть, что вот столько у нас девочек занимается мини-футболом, что он такой популярный вид спорта, и при этом вы показываете такую, как мы сейчас только что смотрели, красивую, классную, шикарную игру. На традиционном осеннем турнире по мини-футболу среди девочек в малом зале универсального спорткомплекса Подмосковья за победу боролись школьные команды 2009, 2010, 2011 годов рождения. Юные спортсменки продемонстрировали хорошую техничную игру, ловко выполняли маневры и забивали голы. Муниципальный турнир – это всегда отличная возможность показать свой уровень спортивной подготовки и зарекомендовать себя, чтобы иметь возможность представить округ на областных соревнованиях. По результатам игр первое место заняла команда школы номер 24 имени Красовского, второе – спортивная школа «Старт» и бронза у школы номер 20. Евгения Корецкая, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.